Здравствуйте, канал Дом Мебли. Сегодня хочу рассказать об интересном заказе, который мы недавно сдавали. Значит, что он собой представляет? Тумбочка, телевизор, сервант и стол. Что в нем интересное? Стол. Очень интересный стол. Ну, сейчас будем рассказывать по порядку. Это у нас идет тумбочка. Тумба под ТВ. Все из массива. Значит, заказчик поставил четкие условия. Все должно быть ровно, просто, прямо, без каких-либо фрезеровок. Вот снизу это черная вставочка, это идет стекло. Специально прифрезеровали, вставили туда стекло. Все это массив, фанера, покрытая шпоном ясеня. Все тумбочки, внутри все. Задняя стенка, донышки, все из фанеры. Получилось классно, классно, мощно получилось, ну, такое интересное. Это сервант. Вот такой, значит, заказчик сказал, что было именно так, чтобы стекло было без каких-либо деревянных рамок. Вот так оно должно быть крепиться и не иначе. Ну, так и сделали. Тоже, опять же, снизу вставка из черного стекла. Вот такой у нас получился сервант. Внутри у нас идут стеклянные полочки, задние стеночка тоже и боковушки полностью все из фанеры. Лак полиуретановый. И вот здесь сейчас покажем самое, что интересное в этом заказе, это стол. Стол, конечно, интересный очень. Вот смотрите, как раздвигается сам стол. Направляющие. Значит, направляющие это раздвигается практически на 2 метра. То есть сюда можно вставить вставки, две вставки по 90 сантиметров. Но мы сделали по 70, потому что они поместились вот в эту вот тумбу. Значит, что собой представляет стол? Вот такая вот тумба, к ней креплятся вот такие вот направляющие. Значит, направляющие по спецзаказу нам привезли из Польши. Цена ее 150 евро, вот с такими вот зажимами. С одной и с другой стороны. То есть сдвинул, зажал, и все хорошо. Не надо никаких дополнительных крючков, еще чего-то. Разжал, вставил вставку, сдвинул, зафиксировал, и все стоит хорошо. Вот в раздвижном состоянии вот он, вот такой вот получился. Изначально была вставка, должна быть одна, но посмотрели, что еще и материал остался, и есть возможность две поставить, но слишком большой вылет самих столешников, которые в разложенном состоянии, не слишком большой такой размах. Но сосед сказал, что это все сделает сам. Это его проблема. Кузнец закажет какие-то там ножки. Значит, снизу вот там была черная такая полоска. Это все было черное стекло. Специально вставлены такие вставочки. Вот это стол у нас уже с одной вставкой. Стулья. Это опять же такие не наши. Не захотели мы их делать. Скажем, и по времени немножко. Стулья это были куплены специально. Не лакованные. И мы их уже вводили в тот же цвет, что и остальной заказ. Вот это он уже с одной вставкой. Значит, делали мы столешню. По боках она немножко так вот, если на видео плохо видно. Она заокругленная. Вот. Это уже две вставки. Шикарный стол. Говорю, что настолько интересный. Вот. Вот он в раздвинутом состоянии. Интересно. Интересный, мощный и красивый. Смотрится он, конечно, ну классно смотрится, что там говорить. Вот такой заказ интересный, который мы делали. Ну, спасибо за внимание, спасибо за просмотр. До свидания.